Сегодня у нас на обзоре такой вот индийский ром. Называется он Old Monk. Это у нас янтарный ром. Крепость у него 42,8% алкоголя. Сейчас мы его прямо перед вами попробуем и оценим, что это такое. Пробуем. За вас, подписчиков. Ух, запах приторный. Как бы не сказали про запах. Ну, бочка чувствуется, кстати. Бочка чувствуется. Да, стоял бочка. 7 лет не выдержки, кстати. Как указано в бутылочке. Вполне достойно. Вот такой он. Я вам поближе покажу. Можете на стоп поставить. Давайте по второй попробуем на запах оценить. Бочка чувствуется, да? Ну, ядерный какой-то прям. Ну да, что-то такое в нем. Что-то такое вот в нем нефтяное, я бы сказал, да. Такое. Что-то есть такое вот. Противненькое. Кстати, стоит он 800 рублей в России. Ну, пить можно, но как бы знаешь. Какой-то он ядреный такой. Ядреный. Сильно уж. Ну, давай за подписчиков.